Я говорю, милицию мне надо, Ну что же мне милицию-то надо, так что? Ой. Ой, здрасте, товарищ прапорщик. Вообще-то у меня 3 звездочки. Ой, здрасте, товарищ коньяк. Я старший лейтенант. Ой, здрасте, товарищ страшный лейтенант. Я не страшный, я вообще-то очень симпатичный и обаятельный. Ой, не признала вас, товарищ Киркоров. Ладно, гражданочка, рассказывайте, кто вы и откуда. Я Наденька с рынка, понимаете? С рынка? Да. Это ваша фамилия? Да вы чего? Я приехала к вам с рынка. С рынка. С рынка, да. Хорошо, рассказывайте, что у вас, Наденька, с рынка? У нас чего у нас? Ловить петушок. Петушок, капустка. Вот, глядите, для здоровья очень полезно вот эта капустка. Я спрашиваю, что вас привело в наш участок? Что привело? Троллейбус номер 15. Я спрашиваю, что у вас произошло? Ой, товарищ страшный лейтенант, вот если вам рассказать, вот как родному, я вот тебе расскажу. Слушай, товарищ страшный лейтенант, меня все хотят. Все, ты понимаешь, и вот эти, и вот эти, и вот, вот все прям. Так это же замечательно. Не каждая женщина может этим похвастаться. Да, но меня все хотят задушить. За что? За шею. Минуточку, давайте расскажите мне, пожалуйста, все с самого начала. С самого начала? Да. Души. Значит так, много-много лет назад моя мама с папой встретились. Через 9 месяцев появилась я. Не надо так далеко. Расскажите сначала, где вы работаете? Я же тебе сказала, я работаю секретаршей у директора рынка, вернее, работала. Вас выгнали с работы? Да нет, у нас офис сгорел. А где находится ваш рынок? Да уже нигде. Он переехал? Да нет, он сгорел вместе с офисом. Так, скажите, за что вас хотели задушить? Да я тебе говорю, за шею. А причина? В чем причина? Расскажите все поподробнее сначала и, пожалуйста, не упускайте ни одну деталь. Ва, сейчас я все расскажу. Все, не пиши только там. Начальник мой проверил почту, спросил, как у меня дела. Потом сказал мне, чтобы я срочно все накладные принесла. И я к начальнику пришла и накладные принесла. Сначала ногти я дала, потом ресницы я сняла. Он от испуга рот раскрыл и сигарету обронил. Она упала на штаны и задымились они. Я со стола бокал взяла и все на брюки пролила, чтоб сигарету затушить, чтоб хорошо всем было жить. Ну а в бокале был коньяк и брюки вспыхнули вот так. Шебочек друг стал орать, все про меня и мою мать. И я решила потушить, ногой по брюкам стала бить. А он согнулся пополам, а я ногой ему. Когда, чтобы огонь погас совсем, и чтобы классно было всем. Огонь был сильный и большой, и загорелся туфель мой. И я сняла свою туфлю, ее в окно как за пулю. Но я промазала чуть-чуть, и началась я просто жуть. Там были шторы на окне, и оказались в огне. Я закричала, караул! И тут весь офис полыхнул, пожарным стала я звонить. Я их хотела попросить, чтобы приехали сюда, и чтобы у них была вода. Они побрызгали бы ее, и всем бы было хорошо. Но я запуталась совсем и позвонила по 07. А надо было 01. Да что ж такое? Что за блин? Я дозвонилась через час. Огонь давно уже погас, когда машина подошла, сгорело здание дотла. А с ним и рынок весь горел. Народ, конечно, офигел. Там было нечего тушить, и все давай меня душить. И, в общем, я к вам прибежала. Товарищ страшный лейтенант, что? Вы записали мою страшную историю. Я сейчас все снова скажу. Нет, не надо, гражданочка. Идите, пожалуйста, домой. Идите домой. Как идите домой? От греха подальше. Да подождите. Мы разберемся. Я вспомнила другие детали. Не надо других деталей. Идите домой. Я потом все прочитаю, у меня все записано. Идите домой, да. Так, что у нас здесь происходит? Чей туфля? Ой, Котовский. Ой, туфля моя.
Да. Здравствуйте. Сколько у него там денег? Сколько? Он кто? Он? Товарищ полковник. Да, слушаю вас. Хочу вам что сказать. Да. Вот, понимаете, все, вот просто все, и вот этот ваш страшный лейтенант хотят меня сдушить. Да вы что? Да. Знаете что, пройдемте ко мне в кабинет так. И расскажете мне все подробно и с самого начала. Самого-самого начала? Да, слушайте, да. Много лет тому назад да. Моя мама с папой встретились. Угу. С вами встретились. Это просто... Встречались с вами мы не раз, и цель одна всегда у нас. Разгоним дрему вам и сон, и вместе с вами мы споем. Кривое, мы зеркало кривое. Ты же знаешь, нас ты знаешь, мы с тобой.